Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала! Вы в мире домашних животных! Ну а у маленькой домашней обезьянки Алекса на десерт сегодня мандарин. И даю я ей его неочищенным. Я думаю, вы уже сразу заметили такую необычную реакцию. Так Алекса себя ведет всегда, когда в ее руки попадают сильно пахнущие фрукты или овощи. Но в отличие, к примеру, от лука или чеснока, мандарины пахнут очень замечательно. Запах мандаринов у многих ассоциируется, конечно же, с Новым годом. На что только не пойдет маленькая обезьянка и что только не придумает, чтобы открыть мандарин. Видите, в ход пошли даже ножницы, но она сразу поняла, что это дело бессмысленное. В первую очередь, конечно же, мандаринам необходимо натереться. Вот такой необычный парфюм для обезьянки. Вернемся к тому, почему же она это делает, для чего же она натирается кожурой от мандарина. Те, кто, конечно же, смотрит наш канал, уже об этом отлично знают. Ну а если вы на нашем канале впервые, конечно же, я вам расскажу. Дело в том, что в природе обезьянки натираются пахучими веществами для того, чтобы отгонять паразитов. И несмотря на то, что, конечно же, дома нет никаких паразитов, инстинкт природный никуда не делся, и против него, конечно же, не пойдешь. При этом выглядит это чрезвычайно забавно. Но вы же прекрасно понимаете, что, конечно, натираться мандарином, наверное, прикольно, но кушать-то его еще интереснее. Он же такой вкусный. А в особенности те мандарины, которые продаются в магазинах сейчас. Те самые, самые настоящие, которые мы привыкли с детства. Ну вот и маленькая обезьянка забыла про то, что необходимо еще немножко натереть себя. Она решила, конечно же, полакомиться этой вкусняшкой. Хочу добавить, что мякоть она практически не ест. Предпочитает высасывать из мандарина только сок. Вот такие интересные особенности у маленькой домашней обезьянки Алекса. Ну что ж, друзья, а я надеюсь, что вам понравилось наше сегодняшнее видео, и оно было для вас интересным. А также, конечно же, подняло вам настроение. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает наш канал, ставит нам лайки и пишет нам очень добрые комментарии. До скорых и интересных встреч в мире домашних животных. Здоровья, удачи, счастья и хорошего настроения вам и вашим близким. Всем пока, мы вас очень любим.